Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Звук «у» дает человеку активное воображение. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Буква «я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Эти люди дружелюбны и общительны. Окружение ценит в них умение создавать вокруг себя приятную доброжелательную атмосферу. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Привлекательность и амбициозность позволяют им сделать карьеру в любых сферах деятельности. Человек с гласной «я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Для этого имени характерно проявление заботы, ответственности, дисциплинированности, плюс данной личности склонны к романтике. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Умеет достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.